Здравствуйте. Добрый день, вы к кому? Я к директору. По какому вопросу? По личному, у меня здесь сын учится, Полисов. Здравствуйте, извините. Здравствуйте. Как он там? Да ничего. Саша, ты чего, Саша? О чем я тебе говорила? Саша. Я это достал, правда, мы с тобой как шпионы какие-то. Мне надоело эта конспирация, Ань. Ну давай мы будем взрослыми людьми, а? Ты знаешь, что люди в нашем возрасте уже делают, Ань, знаешь? Что? Извини, я не то имел в виду. Нет, а что? Что ты на меня вообще так смотришь, как будто бы я вчера биологию прогулял? Знаешь что, Саша? Это... А, привет. Слушай, что-то я заблудился, ты не подскажешь, где кабинет директора? А вот по лестнице вниз. Ага, спасибо. А когда Майк-то приедет, а? А что он тут делает? Саш, после уроков на черной лестнице. И звони мне, пожалуйста, только на мобильный. Ань, послушай. Иск, привет. Привет, Миш. Вот это тебе. А что это? Ну, можно сказать, что это подарок. Ага, конфеты едим, значит, то, да? Боковой, это не конфеты, это Хемингуэй. Чё? Отдай. Хемингуэй? Ну да. Хемингуэй. Привет. Ой, привет, ты где ходишь-то? Ой, а Борман еще не приходил? Нет. Слушай, ты представляешь, эту сестричку мою оставили дома одну, так она замок сломала. Хотела погулять сходить, шмакодевка. Дим. Парасуля, а? Слушай, я тебе делаю последнее предупреждение. Красная карточка тебе, Парасуля, понял? С чего это? А так, ни с чего. Подарочки, я гляжу, да, уже пошли? Ну все, все, ладно. Так где Борман-то, а? Где он? А его уже 15 минут как нет. Ну ясно. Нет, я... Я не понимаю. Сереж, ты меня прости, я не понимаю. Парень привык уже здесь. Уже сколько времени, уже сколько месяцев он учится. У него друзья, между прочим, здесь. А ты сейчас берешь его, вырываешь и опять куда-то... Ты понимаешь, что его здесь не вылечит? В общем, твое право. Светлана Викторовна, зайдите ко мне на минутку. Да. Вот господин Полисов хочет забрать документы сына. Как забрать? Вот так. Ну, я, конечно, все подготовлю, но надо написать заявление. Я согласен. Я сейчас подготовлю бланки. Извини, у меня уже начался урок, так что... Борь, спасибо тебе за все. Нет, что, Сереж. Только знаешь, у меня все-таки к тебе просьба. Какая? Пускай Ваня сам... Зайдет за документами. С ребятами попрощается. Здравствуйте. Садитесь. А мы думали, что не будет урока. Я бы, наверное, предупредил. Так, извините за опоздание. Журнал на столе? Да. Кого у нас нет? Полисова и Березкиной. Что с Березкиной? Я не знаю. Не знаете. Понятно. Контрольная? Нет, про контрольную я помню. Скажите мне, кто-нибудь в курсе, что происходит с Иваном Полисовым? А что с ним происходит? Понятно, не в курсе. Тогда я вам скажу. Иван возвращается в Лондон. И, скорее всего, больше в нашей школе учиться не будет. Что? Да вот так вот. Вот так. Так учиться осталось 3 месяца всего. В том-то и дело, в том-то и дело. А скажите, кто-нибудь
Звонил Ивану, беспокоился, интересовался, что происходит. Ну да, Березкина звонила и сказала, что он только сегодня приехал в санаторий. Понятно. А зачем отец приходил? Ну, отец как раз и приходил забирать документы. Завтра у них самолет. Завтра уже? Так быстро? Завтра вечером. Все серьезно. Борис Максимович, ну лучше же вместе доучиться. Действительно. Конечно. Да. Знаете что, времени уже на контрольную у нас не хватит, так что давайте мы займемся решением задач. Откроем рабочие тетради на странице 41. Чижов, тебе отдельное приглашение надо? Уитхом. Банька, привет! Здравствуй, мой хороший. Молодец. Ну как ты? Да нормально. А? Ой, что это? Это у меня курица. Тебе приготовила. Вкусно пахнет. Ну давай, раздевайся быстрее, иди в комнату. Там тебя кое-кто ждет. Кто? Увидишь. Папа, что ли, притаился? Нет. Девушка. Какая девушка? Что, как будто не знаешь, о ком я говорю. Давай, на тебя ждем. Быстрее раздевайся, кушать будем. Привет. Привет. Аленочка у нас такая умница. Приготовила такой замечательный торт. Тебе просто произведение искусства. Нравится? Да. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Как в школе дела? Да нормально, все по-старому. А ты что, прогуливаешь? Насколько я помню, сейчас алгебра или расписание поменялось? Нет, не поменялось. Так, ну ладно. Начнем. Ванька, твой любимый салат. Или бутерброд хочешь? Нет. Лучше с курочки, пока горячие. Это, конечно, все очень вкусно, мам, я уверен. Но я бы отдохнул. Извините, конечно. Тебе нехорошо? Нет, просто устал с дороги. А, ну да. Ладно, я пойду тогда. Ваня, а что сказать в школе? Ты когда придешь? Скоро приду. Я сама дойду, не провожайте. До свидания. До свидания. Пока. Пока. Это ты ее пригласила, да? Я. Она звонила все время и спрашивала, как ты себя чувствуешь. Сын, ну прости. Я думала, это твоя девушка. Ошибочка вышла. О! Да? Алло, привет, старик, как ты? Да нормально. Рад, что позвонил. Слышь, Ванька, а ты что, серьезно из школы, что ли, ходишь, а? Нет, с чего ты взял? Так Борман сказал, вроде как твой отец к нему заходил, забрал документы. Как это? А ты что, ты не знал, что ли? Ты забрал мои документы из школы? Нет еще. Что значит нет еще? Я тебе пока ничего не говорил. Сегодня наконец-то все определилось. Сядь, пожалуйста. Да нет уж, я постою. Сереж. Что-то случилось? А, ничего не случилось. Просто завтра мы уезжаем в Англию. В Англию? Да. Так будет лучше для Вани. Я его устроил в одну хорошую английскую клинику. Mm. Вань, тебе там помогут? К сожалению, требуется некоторое время на это. Ну, мне же лучше. К сожалению, это не так. Сережа, почему ты мне ничего не говорил?
Только сегодня утром все определилось. Мне позвонили, сказали, что они готовы принять Ваню. К сожалению, это очень небольшая клиника. Это Англия, свои традиции. Деньги не самое главное. Я никуда не полечу, я останусь здесь. Сереж, а может быть, мы еще походим к врачу, посмотрим. Может быть, будут улучшения. Аня! Мы уже достаточно походили. Так, все. Все решено. Ничего не решено. А я тебе говорю. Так, все, не надо ругаться только, пожалуйста. Между прочим, Ване это вредно. Ванечка, послушай меня, сынок. Мы сделаем все, как ты захочешь. Только не волнуйся, пожалуйста, тебя очень прошу. Да вы всегда решаете все за меня, всегда. Вань, тебе помогут, Ваня. Ты с ума сошел? Разве можно с ним так сейчас? Как с ним можно сейчас? По-человечески. Лен, а ты где вчера была, а? Болела. А справочка есть? А справочки нет. Когда-то ты же с Заботиным какой-то тайный роман крутишь. Тебя это никак не изменило. Что за бред? Да ладно, вся школа знает. Не понимаю, откуда берутся такие слухи. А я вчера у Вани дома была, но я решила, что человека нужно поддержать в такой ситуации. А, ну правильно. Ну и как он... Вроде ничего. Жалко, что уезжает. Знаешь, я даже к нему как-то привыкла, как будто с первого класса вместе учились. Хороший парень. Куда это он уезжает? А ты не знаешь? Уже забрали документы. Отец Полисова приходил. Причем 3 месяца осталось всего. Я думаю, что и в России есть хорошие врачи. Зачем в Англию-то улетать? Он в Англию улетает. Ну да. И больше не вернется? Больше не вернется, Ленка, но жизнь продолжается. Знаешь, я не скажу, что ты прогуляла, скажу, что болела. Но это в последний раз. Договорились? Так, к доске пойдет... Березкина. Лена, подожди, что с тобой? Ты куда пошла? Лена! Кто-нибудь в курсе, что с ней? Она не заболела? Давайте я узнаю Зою Захаровну. Да, а если что, так идите в медпункт. Угу. Так, ладно. К доске пойдет ходатай. Ну что случилось? Лен. Я ж не знала. Я вчера у него была. У кого? У Вани. Так ты из-за того, что он уезжает. Я его... Я знаю. У меня нет. Но даже если и так, ничего, еще обязательно кого-нибудь встретишь. Мне не нужно кто-нибудь, понимаешь? Ну, это ты сейчас так говоришь. Потом все изменится. Он же тебя любит. И мучается. И я мучаюсь. Ему сейчас ты нужна, а я с тортиками со своими. Обидно, правда. Пойдем-ка лучше на урок. Ты иди, а я еще посижу, а потом домой пойду. Скажу, что я заболела, ладно? Хорошо.
Лиз, позвони ему. Ну так, чисто по-дружески. Может, ему легче станет. Мы же не увидимся больше. Привет. Лизка, привет. Я слышала, ты уже вернулся. Как себя чувствуешь? Отлично, спасибо. Очень рад тебя слышать, Лиз. Я вот звоню тебя поддержать. По-дружески. Выздоравливай, Вань. Спасибо. А я сейчас как раз-таки в очереди на прогревание стою. Лиз, а ты в школе? Да. Ладно, мне пора бежать. Пока. Пока. Привет. Здравствуй. Ты, говорят, из школы уходишь. Слухи все это, Антон. Никуда я не ухожу. Ну, вроде твой отец документы забрал. Нет. Не забрал. Я буду учиться с вами до последнего звонка. Ну и правильно. Как ты? Ничего, лечусь. Правда, процедура надоела. Ну ничего, ты парень крепкий, потерпишь. До свадьбы все заживет. Ну ты как, учиться или в гости? Я? Пока в гости. Угу. Ну, давай, перемена короткая. Да, да, увидимся. Привет. Привет. Так, и куда это мы собрались? Учебный день еще не закончился. А я в магазин за кефиром. Угу. Ваня, ты надолго? Я буквально минут на 10. Ваня, почему ты мне вчера не сказал, что уходишь из школы? Так я никуда не ухожу. А твой отец? Лен, мой отец – это мой отец, а я – это я. Хорошо сказал. Увидимся. Не уходит. Я потом за кефиром схожу. А что ты там Лизке сегодня дарил, а? Ничего я не дарил. Хемингуэя он дарил. А, книга? Да. Тоскливый подарок. Да? Кому как, Чижов. Парасолька, ты давай аккуратнее, осторожней будь. У тебя красная карточка, не забывай об этом. Парни, давайте не будем ссориться, а лучше подумаем, что можно подарить. Да, давайте. В общем, я так понимаю. Мы можем никогда больше не увидеться, и нужно подарить что-то памятное. Правильно, молодец. Конечно. Молодец. Ванька. Ванька. Сам пришел. Привет. Привет. Ванек, здорово. Привет. Извините. Ванька, мы как раз сегодня к тебе собирались зайти, а ты вот, видишь, сам пришел. Да я ненадолго, я к Бурму. Когда улетаешь-то? Да, господи, никуда я не улетаю. Хочется вам этого или нет, но я буду учиться с вами до последнего звонка. Серьезно? Да. Кстати, Парасулька, подтянешь меня по алгебре? Месяц все-таки не занимался. Ванька, да о чем разговор вообще, конечно. Спасибо. Ребята, пойдемте в кафе чаю попьем. Конечно, пошли, давай, поговорим, пойдем. Ребят, ну, честное слово, не могу к Борму, на секунду. А, ну, понятно. Увидимся, ладно? Давай. Давай, давай, давай. Конечно, увидимся. Привет. Ванька. Давно не виделись. А я в гости. Привет.
Скоро вольюсь в стройные ряды учащихся нашей школы. Я очень рад тебя видеть, Лиза. Спасибо. Это тебе спасибо. То, что вот так вот даешь рядом посидеть, не прогоняешь. Я много думал, ты знаешь, постоянно тебя вспоминал, ребят. Жизнь какая штука, да? Вот так вот раз и становишься каким-то ущербным. Вань. Да нет, Лиз, это слово четко характеризует мою ситуацию. Оно мне постоянно приходило в голову на процедурах. Еще отец этой Англии. Ну ладно, не будем о грустном. Как же я рад тебя видеть. Вань. У тебя все будет хорошо. У меня просто доклад по химии, нужно подготовиться. Я пойду. Пока. Ваня, пойдем в кафе? Слушай, Лен, я не могу, я и так уже засиделся, бежать нужно. Ну, 5 минут. Я у тебя много времени не займу. Спасибо за тортик, Лен. Тебе понравилось? Да, он был очень вкусный. Хочешь, еще сделаю? Извини. Кто это? Да так, не важно. Цирк. Почему ты на процедуре? Почему на звонки не отвечаешь? Водителя отпустил, по улицам бегаешь. А, так получилось. Так получилось, живо в машину. Я тебя сейчас догоню. Пока. Не забудь застегнуться. Лена, вы же разумная девушка. Вы же понимаете, что Ваньке сейчас нужно лечиться. А он из-за вас по улицам бегает. Режим нарушает. Вообще-то мне не извини. Честно говоря, немного отвлекаешь. Ну, тогда давай я перезвоню попозже. Нет, не надо, Вань. Почему не надо? Вань, я сегодня хотела тебя просто поддержать. Не более того. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо, все было замечательно. Я уверена, что так оно и будет. Но... между нами ничего не может быть. Не звони мне, ладно? Да, да, конечно, тем более, что между нами ничего не может быть. Ты права, Лиз, извини. Пока. Не спишь еще? Я таблетки принесла, ты забыл принять. Ванька, я с папой поговорила. Ты еще можешь остаться на пару недель здесь. Посмотрим, может быть, будут улучшения. Вань, он даже билеты сдал. Ты меня слышишь? Я хочу в Лондон. Что? Я хочу в Англию. Ваня. О чем ты думаешь, скажи?
опять задачка не решается. Как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются, мечты сбываются. И в мокрых пятнах чистый лист. Сдана тетрадь у